Глава Дагестана Рамазан Аблатипов принял участие во втором форуме СМИ Северного Кавказа вместе с руководителями регионов СКФО. Глава Дагестана осмотрел представленные экспозиции. Отмечу, в рамках форума все субъекты округа постарались отразить основные вехи в истории региональных СМИ и свои главные достижения в медиасфере. Всего представлено 7 выставочных зон по количеству регионов СКФО. Площадь экспозиции занимает 400 квадратных метров. На медийной площадке делегации Дагестана все желающие смогли не только ознакомиться с печатными электронными СМИ и интернет-изданиями республики, но и узнать о реализации проектов по празднованию юбилея города «Дербент-2000». Дагестанская делегация презентовала на выставке 2 телеканала, 20 национальных газет, 3 журнала, а также книги на языках народов Северного Кавказа.